стекле трамвая. Пальцем рисую плохие слова. Кругом водосточные трубы играют, и мокра дождя, как на клумбе, трава голова. И город тут сразу стал серым и мокрым. Я шагаю, не прячась под сенью зонтов, и блестят от дождя, словно зеркальце стекла. Я могу зайти в гости в любой из ближайших домов. Мое настроение зависит от количества выпитого пива. Я никому не нужен, и никто не нужен мне. Вода капает с крыши, прошел первый дождь. На улице плюс, и весна так близка. Все не так будет плохо, если ты улыбнешься, и мы вместе посмотрим на мир сквозь стакан сушняка. Поколение X, поколение 0. Мы странны, нас узнать можно с первого взгляда. Мы забыли про боль, перекатная голь. И я не знаю, кому из нас здесь еще что-нибудь надо. Мое настроение зависит от количества выпитого пива. Я никому не нужен, и никто не нужен мне. Как играется песня группы «Кино» «Мое настроение»? Проигрыш песни. Два удара вниз по аккорду G. Вниз, вверх, вниз правой рукой, а в левый у нас аккорд D. Отжимаем безымянный палец в аккорде D. И потом его снова добавляем. Показываю первых два аккорда связки. Аккорд ЕМ, вверх, вниз, ну вот, короче, как я сыграл. Вверх получается, вверх, вниз, вверх. Угу. Аккорд БМ, в нем мы отжимаем мизинец, играем, ну, то есть это получается БМ7 на самом деле. БМ7, потом мизинцем первую струну, пятый лад, и снова отжимаем. Вот так звучит проигрыш. Послушаем его целиком. И в темпе. Далее идет куплет. У нас бой. Короче, бой у нас обычная шестерка. Но в куплете аккорды играются не на весь цикл боя, а половина боя один аккорд, вторую половину другой аккорд. То есть мы только от этой шестерки только два удара вниз сыграли. У нас уже следующий аккорд идет. Короче, там, где на плашке через запятую написаны аккорды, а не через тире, там вот внутри боя один аккорд, а два аккорда, точнее, через запятую. А где просто от тире до тире один аккорд, там один аккорд стоит. Короче, тире разделяет вот цикл боя. Пою песню.
Я на запотевшем стекле трамвая пальцем рисую плохие слова. Кругом водосточные трубы играют, и мокра дождя, как на клумбе, трава голова. Тут проигрыш. И там еще один куплет, точно так же, как этот куплет, и припев. Мое настроение зависит от количества выпитого пива. Я никому не нужен, и никто не нужен мне. В конце я играю D, чтобы перейти на куплет или на проигрыш. Но не помню, есть ли в оригинале этот D. И сейчас, конечно же, не скажу. Либо он есть, либо его нет. Ре мажор Шрёдингера. Вот так играется песня «Мое настроение» группы «Кино». Всем успехов. Пока.